Ребят, сегодня хотел бы показать вам вариант кросс-чока из хавгарда. Находимся в хавгарде. Задача привстать с колен, загрузить нижнюю ногу. Кладем колено на бедро. Если контролирует руку, нужно ее освободить. Освободили ручку. Теперь заправляем 4 пальца. Забираем ворот, 4 пальца вовнутрь. Подаем второй рукой отворот. После того, как мы заправили, неважно, если он заберет заново захват поверх вашей руки. Теперь кладем руку на плечо, забираем захват на плече. За счет ноги балансируем, двигаемся, стараемся обойти это колено, чтобы оно нам не мешало. И той рукой, которую мы забрали плечо, мы стараемся загнать плечи этой руки под челюсть, так как он будет перекрываться, и стараться защищаться. Идем корпусом на него. Дорабатываем душку. Еще раз. Пристаем, заправляем руку. Пользуемся